Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в форуме «Иннопром», который уже 13-й год проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре страны. Главную стратегическую сессию форума «Устойчивое производство. Стратегия обновления» открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех, без исключения, критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. Подчеркну, наше будущее за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причем она должна быть конкурентоспособной, конечно, не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому правительство чуть более месяца назад утвердило концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений, таких как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, судо- и авиастроение. Среди других сфер создания газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий, лекарств. Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее 10, с гарантированным финансированием на весь срок реализации. Их выполнение также поможет становлению всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих. Ну и, соответственно, обеспечит максимальную независимость и самодостаточность нашей промышленности в целом.